Всем приветики! Сегодня у нас супер день в голубом домике, потому что сегодня, наконец-таки, ко мне в гости приехала победительница Крыгина Beauty Week. Beauty Week — это было такое очень грандиозное, мотивирующее событие на неделю с кучей прямых эфиров, где я делилась своим опытом о мотивации, о том, как не выгорать, и, конечно же, огромный насыщенный курс по макияжу. Победительница Крыгина Beauty Week Даша Дубовец, архитектор из Санкт-Петербурга, выиграла самый главный приз. Это день со мной, поэтому мы отменили все планы и сделали волшебный день для Даши. Макияж и укладка в Крыгина студио, мастер-класс о том, как создавать волшебную атмосферу. Потом мы едем на выставку современного русского искусства, ДАР, Третьяковской галереи от Владимира Смирнова, моего дорогого друга. Потом мы едем в шоурум So Easy одевать Дашу в новые наряды, ужинать. В общем, сегодня у нее супер насыщенный день. Получилось настолько круто, насколько даже нельзя себе представить. Подарили мне какой-то день Золушки. Спасибо вам большое.